чтобы дитё чем-то занималось, ему дают, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мешало. Не мешало проверять вот комментарии. Я сижу здесь вот на диване мышками и проверяю комментарии. А они тут рядом крутятся. Рядом — это вот в буквальном смысле рядом, видите? В 1 сантиметре. Радочка еще не может запрыгнуть на диван. А Мирку я спихиваю. Слазь давай. Слазь. Иди к ребенку. Иди, запрыгнула. Мне тут советуют поролоновые ступеньки сделать. Поставить, чтобы Рада могла запрыгивать. Я как-то раньше здесь мастил такие штуки. Сейчас пойду. Где-то у меня были такие ступеньки. Ну, хотя бы часть ступенек. Так, а вы тут стойте. Мирка боится в подвал спускаться. Рада тоже. Я тоже боюсь. Потому что здесь, честно говоря, вот такая вот высота громадная. Но пока что у них страх высоты присутствует. Они вон даже, видите, на порожек боятся ступить. Ну, когда-то этот страх пройдет. Дядя Марсик не боится. Он лихо сюда спускается. Он знает, что тут диван его ждет. А Мирка нет. Мирка, она никогда сюда не спускалась. И вот ее страх передается и Радочке. Ну, а я спускаюсь задом. И вот сейчас у меня тут есть ступенька. Буду сейчас ей опять, видите? Вот. Вот я делал в прошлый раз, видите, клеил. Помните, когда Мира была беременной, я вот эту конструкцию применял. И сейчас тоже. Пошли. Они думают, что он тащит такой. Что за конструкция? Так, серьезно. Тут... Так, вот. Вот сейчас я сделаю сооружение. Подходи. Так. Это вот. Теперь... Рада. 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 Ты где? Куда? Ты где? Пойдем с нами. Пойдем на диванчик. Пошли быстрее. Смотри, что я придумал. Залазь. Смотри. Мама тебя учит. Быстрее. Иди, иди. Ну. Признаюсь, был один случай, когда Радочка прыгнула. Прям прыгнула головой с дивана. Закричала, заорала, испугалась. Ну, нырнула просто и все. Я не ожидал, конечно. Она никогда этого не делала. Всегда так подкрадывалась к обрыву. А тут просто разогналась и шлеп. Крику было, конечно, я это не снял, я даже не ожидал. И после этого я на диван уже не стал брать. И теперь вот, давай. Иди. Да не ты. Рада, иди быстрее. Иди к нам. Иди быстрее, мы тут все
Иди быстрее. Бегом. Ну, боится. Она увидела меня высоко. И ушла. Так, слазь давай. Мирка. Ну, пойдем. Надо же когда-то учиться. У меня тут любимый коврик. Она на нем вот сидит. Ну, любимый все. Вот такой футбольный мяч. Ну что, пойдем? Пойдем с нами. Ну, пойдем. Не решается. Время к ужину. Виктория должна скоро вынести еду. И вот она, видите, к чашечкам. Ну, тут как бы есть еда. Но мы ее подняли, вот она. Но Мирка сейчас, конечно, слопает все это. Она не даст Радочке съесть. О, видите, она уже чувствует запах. А мне надо покормить Радочку. Уходи. Я забыл, что у нас есть вот такие вот сооружения. На, ешь. Забыл, просто открыл зимний сад, и все. И то, что эта дверь работает, просто у меня выскочило из головы. Мирка пытается попасть сюда. Она не догадается, что можно обойти вокруг. Вот так вот. Вокруг и вон в ту дверь. Но пока что она просто не может догадаться. А Рада не хочет без мамы есть. Радочка, иди. Иди, моя Радочка. Иди, на, ешь. Мамка поест. Конечно, творожок не такой вкусный, как мясо, но надо все есть. А Мирка не догадается, что можно вот так сделать. Обойти. Вот мы здесь уже. Все. Ну что, ты хочешь туда попасть? Ты же съешь весь творог. А это Радочки на ночь. Теперь Рада к нам не может попасть. Она тоже не догадается обойти. Ну ладно. Нет, если я открою, то я могу не успеть убрать творог. Потому что Мира, смотрите, она уже приготовилась. У нее скорость третья космическая. Придется мне обходить. Или вот так вот. Отходи. Отходи, отходи. Быстрее. Раз. Все. Успел. Конечно, вдвоем они этот творожок лопают, и Рада будет есть. Я знаю, за компанию у нас тут все подметается. Вот я убрал все, все, теперь она, видите, вот начинает вылизывать. На. Ну. Ну, что я заварил, видите? Все, вдвоем и творожок пошел. Ну пусть хватит сил. И Мирочки хватит, и Радочки. Видите как? Какой-то перекрестный такой ужин. Мира через голову, но не дерутся, не рычат. Дерет. Раньше как-то было такое, что Мира рычала на Раду. Ну, может быть, когда касается мяса,
Мясо возбуждает, конечно, а творожок получается примеряет. А мы сделаем так. Подождите-ка. Вот. Сделаем вот такой. Так, на тебе. На тебе. Дадочка. Ешьте. Вот так. Здорово я придумал. А это мне. Ужин с другом всегда приятнее. Поэтому говорят, что раздели радость, она станет приятнее. Раздели ужин, он станет вкусней. Мира, на. Вот. Все, вырезали. Чашечки блестят. Смотрите, их и мыть не надо. Видели? Вот и все. Теперь даже ободки подъедятся, оближутся. Все, я заканчиваю свой ролик. Надо идти мыть руку. А может, облизать?